Друзья, у нас в офисе гость, я его первый раз в жизни вижу. Да. Гость откуда приехал? С Украины. Откуда? Белая церковь. Знаем, БЦ, так называемый. Да, да. Так, хорошо, это под Киевом прям. Да, да. Так, что-то у него в руках такое у гостя, такая вышиванка. Да. Это вышиванка прямо? Да, да, да. И что, это рубашечка? Это более как тенниска. То есть, просто я знаю, у вас здесь жарко, поэтому... Понял, я сейчас примерю. А вы какими судьбами-то к нам? Это vacation. Vacation как бы... То есть вы путешествуете? И конференция. То есть... Понял. То есть вы по работе так. Да. Не то, что вы иммигрант какой-нибудь там. Да, да, да. Ну, да, иммигрант или да-да-да, нет. Пока что нет. Пока нет. Ну, да. Хорошо, сейчас мы давайте намерим рубашку. Вот, друзья, теперь я в вышиванке, и я сейчас вот объявляю такой конкурс, ну, такой блиц. Конкурс. Значит, в чем вышиванка? Бутылочки нет у нас, водочки нет. Ну, не важно, у меня еще есть такая тут клюковка. Значит, вот такая шляпка. Один участник конкурса, значит, ямайско-украинская, другой участник конкурса. Так, ну это, сами понимаете, это наш, это типа Сакраменто стиль такой. Так? Вышиванка с американской такой ковбойской шляпкой. Это номер 3 у нас будет. И у нас есть более органичная такая шляпа-брыль. Вот. Широго украинца бачили? Так это же я. Здоровенький булы. Мне, я расскажу напоследок, у нас Жанна рассказывала, что когда перестройка началась, значит, им туда, где они там на Украине жили, прислали раввина из Нью-Йорка. Парень молодой был, лет 30, в общем, приехал какой-то раввин. Ну и поскольку дело происходит, значит, там местность, это Украина, это не Россия, значит, он изучает, естественно, украинскую эту мову изучает. Вот. Ну и вот на том, на чем может, он когда заходит, там какие-то люди собираются помолиться, значит, и он заходит и говорит: «Здоровеньки булы, товарищи евреи». Вот. «Здоровеньки булы, значит, шановні глядачі». Все, счастливо.